Не жаловаться и не сдаваться – такой девиз у спортсменов с ментальными нарушениями. Впереди у них серьезные соревнования – специальная олимпиада. Команда из 38 человек будет представлять регион в 7 дисциплинах – легкая атлетика, бадминтон, флорбол, лыжные гонки, бег на снегоступах, футзал и плавание. Этот уровень первый, наверное, за всю историю существования специальной олимпиады России в Ульяновске, потому что будут приглашены ближние государства и будет международный уровень. Соответственно, будет Белоруссия, планируется участие Азербайджана, Таджикистана и других дружественных государств. Соответственно, уровень просто высочайший, я думаю, такого опыта еще не было за всю историю. Столица Татарстана определенно принесет кубки, медали и грамоты в копилку области. В этом уверены тренеры, спортсмены и Алексей Русских. Накануне соревнований губернатор посмотрел залы для тренировок и пообщался с будущими чемпионами. У нас 19 января очень важное событие для Ульяновской области. Мы будем отмечать очередной день рождения. Этот день рождения области будет юбилейным. В нашей Ульяновской области исполняется 80 лет. Я думаю, что еще осознавая, что такое очень важное событие послужит для вас дополнительным стимулом для того, чтобы занять достойные места в этих состязаниях. Наташа Николаева занимается плаванием с самого детства. Любовь к этому виду спорта появилась еще в детстве после поездки на море. Наташа говорит, вода сразу полюбила ее, а она воду. 19-летняя спортсменка занимается любимым делом и нацелена только на победу. Меня сразу привели в бассейн. Вроде бы узнали, что это стихия. Выбрали дорожку и тренера. И я плаваю на своей дорожке. Разными стилями – баттерфляй, спина, брас, кроли. Каждый день по 2 часа. Я поклялась, что никогда не буду завоевать 2-3 места. Самое главное, чтобы первые были места. Единые игры призваны сохранить миссию движения специальной олимпиады. Продолжать развитие возможностей путем тренировок и соревнований для людей с ментальными нарушениями. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.